Вот, иду. 6:30 утра. Сидит мой дорогой друг Гриша. Доброе утро, Гришка. Че, покушаем сначала или попьем сначала? Как ты считаешь? Или скажи, и то, и другое сразу. Сейчас, мой маленький. Сейчас. Сейчас, подожди. А воды, в принципе, вон это, как ее, роса. Роса лежит. Наверное, это. Нормально. И на траве роса, везде роса. Давай идем сюда. Садись, завтракай. Завтракай, мой маленький. Овсяночку, скажи, я люблю. Выбираю овсяночку. И пшено люблю, и все люблю, скажи. Особенно никогда эти не выгоняют всякие голуби и всякие другие братья и сестры. Ну, это овсяночка. Сейчас, Гриша, я еще воды тебе налью. Кружечку ему поставил один раз. Может, еще попьет потом. Ой, куда я камеру убрал? Ну, опять попил, я опять камеру убрал в сторону. Сам пил. Потом постою, поохраняю, а то сейчас только отойду. Нападут на моего кента. Старается, старается. Старается. У них-то зоба нету, как у голубей. Голуби там понабьют себе этого зоба. У этих желудочки маленькие, много не надо. Потом песочек надо собирать, чтобы все перетиралось. Но сегодня, Гриша, тебе повезло.